Всем привет! Самшит. Вы видите, внизу подсохший. А проблема в данном варианте, смотрите. Видите, характерные признаки. Болезнь валютелла бокси. На эту тему у меня тоже есть отдельное видео. Но в данном случае, смотрите, очень яркое проявление. А причина в этом всем... Только что, ой, вот, смотрите, видите, поливалка. Ну давайте, это все хорошо заливалось, за зиму подмерзло, и то, что все очень сильно любит влагу, это данное заболевание очень любит влагу. Вот вам и имеем данное проявление. Не переувлажняйте ваш самшит, чтобы не было подобных проблем. И как видите, даже очень отличается. Вроде прирост есть, но очень слабый по сравнению вот с вот этой стороной. Здесь очень ярко, смотрите, как выражено. Так что будьте аккуратны.